Всем приветики, ребятки. Вы на канале TNT Fox. Сегодня выбрался на природу снять для вас топовые видосы. Захватил петарды, которые были в прошлом видео, которые остались. Прошлые видео взрывали классные предметы, так что обязательно зайдите, посмотрите. Было очень интересно. Разрывы были супер мощные. Что ж, сегодня будет вот такая игрушка. Ребят, всем нравятся различные игрушки, машинки. Поэтому будем сегодня взрывать ее. Еще коробка петард вот осталась. Давайте с чего-то такого начнем. Наверное, с самых маленьких таких петард. Посмотреть, на что они способны. Берем, короче, по две штуки, дабы не затягивать. Потому что петард очень много разных. Хочется все попробовать, все повзрывать. Так, давайте будем здесь где-то ставить. Так, комары, капец, закусывают, ребят. Но ради вас стараюсь всегда снимать свежие видосики интересные по вашим просьбам. Так что поддержите, ребят. Так, будете поддерживать лайками, буду чаще выходить, снимать что-то такое интересное с различными предметами, будет классно. Есть взрывы. Так, давайте, где бы его установить еще? Давайте в кабину одну заложим. И под заднее колесо. Так, беру следующее. Что у нас тут еще есть? Есть вот такая мышь. Grand Mouse. Давайте ее прям сюда посмотрим, что будет, разорвет или нет. Так, есть. Берем следующий Cracking Ball. Вот так туда. Есть такое. Так, я бы хотел взять вот такую ленту, ребят, и половину. И вот так оторвать и обмотать, короче, всю игрушку и посмотреть крутой взрыв. И думаю, получится интересно. Вот так вот. А сам быстренько выберу каких-то еще петард позревать. Сейчас я его подкоптила, смотрите. Это да. Давайте пробьем здесь две дыры. Установим ракету одну. Вот. И вторую. Посмотрим, как он поедет или нет. Скорее всего, нет. Можно побольше ракету будет взять. В следующих видео на какую-то игрушку интересную. Так,
Так, есть. Фу, дымовуха капец. Давайте установим сюда розочку. Ух ты, шо, вот это да, ребят. Вот это взрыв был. Не ожидал я такого. Смотрите, аж вскрыла кабину. Вот эта розочка бахнула. Так, давайте следующую розочку где-нибудь внизу закрепим. А то еще будет так же, не дай бог. Так. Вот, и на этот раз приготовимся. Так, есть такое дело. Вот это да. Надеюсь, я ровненько снял, чтобы сломо сделать. Так. Давайте также установим дымовуху. Одну. И вторую. Давайте попробуем взорвать вверх. Отлетела кабина. Смотрите. Так, давайте ковш попробуем. Также так, это все в сторону. Установим такую петарду. Что-то долго. Давайте выберу другое что-то. Есть на два взрыва, есть вот такая штука. В принципе, чтобы добить сразу. Давайте P100, а остальное добьем вот этой. Оторвало, нет? Да, бочину снесло. Так, вот так. Как думаете, выживет, не? Что-то везучая машинка. Блин, так стрёмно туда подходить. Давайте выберем что-нибудь еще. Давайте вот эту взорвем вместо той. Так, сейчас аккуратно подойду. Так, вот так установил. Посмотрим, какой будет взрыв. Ух ты, шо, аж вывернулась. Так, ребят, думаю, пора взорвать какую-то мощную петарду. Так, у нас тут есть Big Jumbo от кометы. Очень клевый. Давайте его взорвем. Сейчас разлетится эта игрушка, наверное, жестко. Может быть, и так взорвать. Или засунуть сразу. Вот так вот. Так будет, думаю, в самый раз.
Хорошо, блин, я за деревом спрятался, но такой взрыв был жесткий. Просто две части отлетело, смотрите. Вот одна здесь и здесь. Еще где-то середина. Упала. Нужно будет поискать. Что же, ребят, вот такой взрыв получился. Вот так разнесло грузовик. Вот. Надеюсь, вам понравилось, ребят. Смотрите, сколько пиротехники осталось. Еще добавим каких-то классных петард. Давайте повзрываем в следующем видео опять какую-то машинку. Думаю, будет очень классно. Поэтому, ребят, давайте наберем как можно больше лайков под этим видео. Покажите, что вы можете набрать быстренько лайки, а я для вас покажу, что могу быстро снимать классные видео для вас интересные. И буду чаще выпускать такие ролики с какими-то взрывами предметов. В общем, только если вам это нравится. Так что, ребят, давайте поскорее опуститесь вниз. Вам это ничего не стоит. Просто раз нажали на колокольчик, на подписаться. И, ребятки, обязательно лайк. Без лайка нет развития, ребят. Поставьте лайки. Мне будет приятно, а для вас будет больше таких классных, интересных видео. Что ж, буду с вами прощаться, ребят. Надеюсь, вам данный ролик понравился. Кто еще не насмотрелся, ребят, посмотрите еще видосы. Откройте вкладку «Все видео». Там было очень много крутых взрывов. Смотрите предыдущие, новые видео. Жду вас в следующих роликах, ребят. Подпишитесь на канал, кто не подписан. Подпишитесь также на второй канал. Ссылка на него будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят также топовые, достойные видео. Очень интересные. Жду вас в следующих роликах, ребят. Не забудьте посмотреть здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. Всем спасибо за просмотр, ребят. Пока-пока. Жду вас в следующих видео. До новых встреч.